Всем доброго времени суток, уважаемые зрители. Ну, и вот все как поняли, речь сегодня пройдет про воблеры. Я думаю, все посмотрели фотографии под музыку. Все, всем, я думаю, это понравилось. Там во всех, скажем так, фотох именно присутствовал этот вот воблер. Вот. Может быть, у меня перед этим, кто смотрит мой канал регулярно, те видели у меня перед этим были видео про воблеры крайне я там как раз разговаривал про новые воблеры и тумы, которые будут использоваться мной в этом новом сезоне 2017 признаюсь честно в меру определенных обстоятельств и занятости я немного в последнее время снимаю видео даже немного езжу на рыбалку за весь этот сезон я всего всего был четыре раза на рыбалке то есть уже скажем так перевалил экватор лето да открытой воды а я еще был всего только четыре рыбалки но я скажу вот этот воблер именно этот воблер он у меня присутствовал на всех четырех рыбалках именно плотненько я им отрыбачил именно плотненько да ну за четыре рыбалки наверное я имею право что-то про него рассказать Андрей мой напарник знаете да у меня есть такой Андрюха Человек в немецкой кепке, да, он тоже им рыбачил плотненько этим воблером. Мы им отработали и во льдах половили, отработали и весной в преднерестовый период. Чуть-чуть попробовали на конец нереста и попробовали уже после нереста. Вот сейчас этот воблер. Вот. Ну, и давайте я уже тогда оглашу весь список, да, как говорится. Огласите, пожалуйста, весь список. Вот, это у нас. Ютума Мини Шет. Я думаю, очень хорошо всем видно. Вот. Воблерок очень маленький. Длина его, грубо говоря, составляет всего, если я не ошибаюсь, 45 сантиметров. О, вернее, 45 миллиметров, четыре с половиной сантиметра. Вот он, видите. Все получается. Вот. Маленький-маленький ваблерочек сам по себе. Это мини-шет 45СП. Длина 45 мм. Глубина его погружения до полуметра 0,5 метра. И вес его 4,3 грамма. То есть, ну, грубо говоря. Вот. Что можно сказать по его характеристике? Цвета я люблю для применения на Дальнем Востоке всегда ближе к натуральным. Голографические такие цвета себя очень хорошо зарекомендовали на Дальнем Востоке. Вот воблер летит очень четко благодаря вот этой вот системе шариков, которые там катаются, да, он перекатывается и при забросе уходит в противоположную часть воблера, вот и как бы летит, увеличивает как бы его импульс, да, во время броска начальный импульс вылета как бы его увеличивается. От этого, несмотря на то, что он маленький и легенький, там четыре с половиной грамма летит он очень хорошо. Все ребята, кому я его давал, да, и все, кто им ловил, все отмечают его очень отличный заброс при таком маленьком весе и при таком маленьком размере. Это один из самых важных факторов, кто будет ловить таким маленьким воблерков некоторые даже боятся, у меня говорит, блин, у меня там спиннинг там от 5, от 6 грамм, как я его кину, я говорю, ну на, попробуем, он там, то есть спиннинг даже начинается тестом от 5 грамм, там от 6, он все равно его выкидывает на достаточное расстояние на горной реке, да, чтобы, ну, ловить рыбу, то есть очень такой, скажем так, бросковый воблер, вот, ну, это не самый важный его, как бы сказать, фактор этого воблера, а самое важное, конечно, как вы знаете, я отдаю игре, Именно, именно игре на в горных реках с быстрым течением. Главное, чтобы воблер не сваливался, да, то есть при струях. И тут тоже нету никаких проблем. Воблер себя ведет очень корректно. И при всех перепадах струй, при больших струях, он практически не выскакивает, да, он все равно адекватно, корректно работает, игра не сбивается. Ну, есть, конечно, моменты, я там в одном из видео показывал, как регулируются воблеры. Это как бы характерно не то, что там для воблеров и тума. Таким грешат даже самые знаменитые фирмы, как там Мегабас, там, ну, скажем так, Жакал, там, Юзури, там, ну, все возможные там модные фирмы, у них все равно сметы, там, все воблеры, которые приходится в процессе рыбалки регулировать, то есть отгибая, вот это вот положение ушка, либо влево, либо правое положение, а изменение игры, либо вверх, либо вниз, да? То есть это уже меняется частота игры, отклонение влево-вправо, это изгиб влево-вправо этого ушка. Я видео про это снимал, кто не знает. Может быть, придется его подрегулировать четко, и после всех этих настроек он работает просто идеально. Смотрим воблерок, хотя и маленький. Тройнички тут уж не такого маленького размера, как, можно сказать, про другие воблера ближайших конкурентов. Если, допустим, взять другие воблеры более знаменитых фирм, да, то у них на такие маленькие воблера, уж особенно у смета, такие малюсенькие тоненькие крючки, что даже там а он, блин, толком, блин, и когда хватает крупненькая рыба, да, этот тройничок вот такой махенький, тоненький, он либо сразу разгибается, либо даже и в пасти не застревает. То есть, ну, вообще, много-много-много сходов практика показывает, да. Я просто как пример привел, да. То здесь, несмотря что он маленький, он имеет такие толстые, очень хорошие крючки, как их, как их позиционирует Японхук или Овнары, да, Ютума. Очень четкие, они не маленькие, зацепляется, очень большая рыба. Опять же, вот, практика что показывает, что на такого маленького облерка на наших горных реках спокойно выходит на атаку и, мешата до 5-6 килограмм, Ну, а линку там до 6 килограмм ужалить этого воблера. хух, это вообще за счастье. То есть, все знают, кто ловил такого хищника на сибирских и дальневосточных реках, как линок. Ленок у нас, в принципе, не брезгует маленькими приманками. И в тот момент, когда он стоит... Идет на нерест, там, на нерестая, или жара лета. То есть, ну, когда он очень осторожный и ни, ничего не хватает, Тут именно как раз на этот маленький воблер в таком окрасе он ведется, реально по факту ведется. Все видели у меня крайнее видео, где мы с Андрюхой ловили и отпускали рыбу. Я про этот воблер рассказывал, поклевки такие жестокие, что вынимать и спасти составляет очень много труда, скажем так, дофига делов. Вот. От этого я иногда от этого воблера даже отказывался, потому что рыба его, видно, признает как маленького пескаря, который водится на горной реке, водится на горной реке гальяны и всякие вот эти такие рыбки. И он, видно, напоминает именно естественную кормовую базу в горных реках и Рыба его вообще воспринимает как своего, ну, типа за своего, да. И хватает линки так жадно, безо всякого подозрения, что прям заглатывают просто жестко и вынимать приходится очень тяжело. Крайнюю рыбалку мы вот буквально дня 4 назад с Андрюшей вернулись с рыбалки. Я рыбачу, ну правда я вот в эту рыбалку немного рыбачу на мини шер на эту рыбалку я рыбачу на чипа, да. То есть вот мы были три дня, в сумме мы рыбачили около 6-7 часов. В день мы рыбачили по 2-2,5 часа. Больше, чем по 2,5 часа в день мы не смогли рыбачить, потому что рыбы было столько, ну все, то есть за два с половиной часа мы просто обрыбачивались, грубо говоря, в неадекватное состояние. Дальше ловить уже было просто неинтересно и просто было незачем. Вот про чипа я вам тоже рассказывал. Видите, это и Тума чип Видите, у меня еще даже застежка не снята. Правда, кусок шнура я обрезал. Видите, буквально за 6-7 часов беспрерывной работы он превращается вот в такой вот жалкий вид. Это видно и тройниками, ну как бы сказать, пошкребло, да и линки его покусали, то есть он весь искусанный, поцарапанный, да, мелкими зубами ленков клевали и таймешата, и харюза, и линки на этого чипа. Тройники были все поломанные, уже заменил. То есть тройники просто пришлось заменить. Они ломались не то чтобы от рыбы, когда рыба жадно заглатывала. И, скажем так, круглогубцами приходилось доставать из пасти. Их пассатижами круглогубцами просто, ну, поломали при вытаскивании рыбы, вот, вот эти, конечно, воблеры это для меня входят, конечно, в какую-то систему легенд, да, то есть однозначно. Ну вот самое, что интересно, мини шед, он работает очень-очень четко, ничем не уступая чипу. Мне даже трудно сказать, кто из них лучше работает. Андрюша вот ими много ловил именно в крайнюю рыбалку, именно самые большие линки были пойманы именно на мини шеда, даже не на чипа на мини и Андрюха составлял мне человек немецкой кепки составлял мне серьезную конкуренцию а именно по крупной рыбе он меня по количеству крупных клинков он меня просто как бы обловил мини шедом ну у меня задача другая чуть-чуть стояла мне нужно было проводить еще другие кое-какие испытания и тесты уважаемые видео вы видели как он работает вы видели фотографии это даже не фотографии, это из видео стоп-кадр, скриншоты сделанные, да, скажем так. Я не фотографирую на рыбалке. Это все из видео сделано стоп-кадр, потом сделал скриншот этого видео и вставлено это все. То есть это действительно, этот воблер уже прошел с весны до сегодня 20 число, почти до августа месяца. Он испытан, этот мини -шед. За этот воблер я отвечаю, как говорится у нас на Дальнем Востоке, за базар отвечаю. Так что, если вы его купите и не сможете на Дальневосточной реке поймать линка, значит задумайтесь в первую очередь, что у вас со снастями, со шнурами, со спиннингами. Ну а если у вас все нормально со снастями, подумайте тогда о другом. Вот. Ну и буквально я сделаю, сейчас вот планирую смонтировать фильм именно про чипа. Выйдет фильм «Как ловил чип». Как ловил мини-шет, вы у меня уже видели предыдущее видео. И в ближайшее время я сделаю фильм именно посвященный как бы более чипу, как работает чип на линках. То есть в любом случае цена этих воблеров, я скажу, именно на сегодняшний день официальная цена мини шеда это 353 рубля 40 копеек. Вот. Можете купить, ну, скажем так, 360 округленно. То есть цена этих воблеров 360 рублей. Все понимают, что даже за 360 рублей самый качественный воблер на Алиэкспрессе он не дотягивает по качеству до этих воблеров. Однозначно. Смысл покупать сомнительную шляпу на Алиэкспрессе там за, за 250 баркин какой-то, за 250, за 270, почти по 300 рублей, чем переплатив сверху там 60 рублей, ну, к примеру, можно взять реальные проверенные качественные цаски которые гарантированно работают с более качественными овнеровскими крючками, с более четкой окраской, ну, вообще по всем параметрам превосходящим, да. То есть, вот, воблер просто огонь, работает. Ну и что могу сказать, мое, конечно, предположение, уважаемое, я думаю, этот воблер, конечно, эти воблера и работают, конечно, и на в регионах, западных регионов нашей страны, на западных реках. Не думаю, что мимо таких воблеров, конечно, проскочит такой хищник, как голавль Жерех, Язь. Я сам с запада, с Костромской области родом, от этого я знаю, что такое голавль я знаю, что такое Жерех, я знаю, что такое Язь, переловил их в свое время тоже очень хорошо. Зная, что эти ези также хватают на обыкновенные намыпсовские вертушки, там черная такая наклейка, желтый это все пройденный этап моей жизни ловил я этих западных хищников ну и думаю конечно также на эти воблеры и окуньки будут брать и щучки если ну подвернется вот ну что могу сказать однозначно это те воблеры за которые можно поручиться за которые можно ответить и не стыдно про них что-то рассказать, уважаемые. Многие сейчас, кто смотрит это видео, сразу же закричают: Блянь, это реклама, это реклама Ютума, это реклама, там еще что-то. Видите, я даже не называю, не называю фирму, которая привозит. Да, эти воблера, потому что все закричат, это реклама. Ну, понимаете, уважаемые, я этими брендами ловлю именно уже больше 10 лет. И не меняю их, а продолжаю ими ловить. Потому что на сегодняшний день на рынке за эти деньги что-то лучше из воблеров. Ну просто реально, я лично не нахожу. Может быть кто-то знает какую-то секретную там подпольную фирму, которая за 100 рублей делает там воблера там по качеству мегабасов там. Ну, может быть, но я еще пока таких не видел там. Или за 100 рублей там делаются воблера там лучше, чем СМИ там по качеству. Я тоже пока таких не видел. Все-таки китайцы подбираются к уровню, к определенному, но еще уровень особенно в техническом моменте он конечно у китайцев на алиэкспрессе не дотягивает вот ну я думаю более четко ясно я уже вам все объяснил самое важное качество данного воблера это его полет это его большие тройники. Именно он с этими большими тройниками не сбивается игра. Вот возьмите, например, тот же самый Смит. У него беспонтовые маленькие тройнички, с которых сход, сход, ленок берет. Он клюет, на эти сметы, например, на того же там Камеона там, или Супер Камеона, да, хватает, Ленок, Воблер ловчий, спора нет. Но его маленькие тройнички, они не обеспечивают сход, 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 не обеспечивают нормальные подсечки и зацепистости рыбы. Начинаешь ставить эти тройники на большие, да, у этого же смета Камеона, все, игра сбивается, он уже для рыбы не интересен, то есть его идет изменение игры. Здесь я Воблер, вот я говорю, сделан так, что нормальные тройники, которая не мешает его игре, его полетные характеристики, понимаете? Его, соответственно, игра, что он не сбивается именно в струе. Вот это самое главное. Вот его основные возможности. Ну, про чип я уже снимал, это тоже воблер убийца. Однозначно я могу сказать про эти воблеры, это воблеры убийцы. Просто убийцы. Они косят все. Если ими ловить, то, конечно, Уважаемые, что хочу сказать, если вы будете покупать и ловить на дальневосточных реках там такую рыбу всякую разную, лососевую, да, я, конечно, вам хочу напомнить, что это наша природа. Не берите рыбы много, отпускайте, берите себе на уху, на жиреху, отпускайте рыбу, потому что эти воблеры будут ее косить просто с немыслимой силой. Еще раз напоминаю, берегите природу, убирайте за собой мусор, отпускайте рыбу. Вот. Ну на этом мое видео подходит к концу, уважаемые. До свидания, до новых встреч, подписывайтесь на мой канал.